чистим картошку на отварной молодой картофель. Молодой картофель, чтобы он лучше чистился, нужно намочить в воде. Так, и на последок. Хлопчик заберу.
закрываться. Ну вот, обед готов. Суп, картофель отварной. Суп с фрикадельками, картофель отварной. Рулетики из лаваша с разными начинками. Салат. Капуста, огурец, салатик, укропчик. И из дома я привезла рыбные котлеты из Хека. Рецепт я выкладывала уже у себя на канале. И дам ссылочку на него. Кому будет интересно, попробуй, очень вкусные котлеты. Советую. Так, приятного аппетита. Зову свою семью.